Всем привет и добро пожаловать на продолжение прохождения NFS Underground 2. Это 29-я серия, где мы намерены вступить в новый и последний этап Underground 2. Мы перекрасили машину, по-моему, в более вот приятный смотрящийся цвет, красно-фиолетово-синий. И у нас осталась одна гонка. Набрать 6 звезд с этим с Эликой и открыть профлигу. Тоже арекси. Нифига! Что это за старт был только что? О! Прикол. Чёрт, был прекрасный старт. Давай. 310, блин, это очень круто было. Очень понравилось. Чё по скоростям? О, никто даже не нормально. Другая RX-7 не справилась. Не, офигенно, блин, когда с первой попытки получается драк, это вообще странно очень. Это не так часто вообще. Так, сейчас мне надо доехать до... до движков и так далее снова. Фига. Я рано свернул, ну что ж такое-то? Ой! Здравствуйте. Зачем сюда? Проверить. Может, что-то открылось. Стали мощнее. Так, сперва на звезду. Ой, как приятно вернуться к этому управлению снова. В гараж. Так, где фотограф меня не может дождаться? Тенго. Сюда надо. Блин, я отвык теперь. Старгород. В Старгород надо ехать, ребят. Так, давай по левой проеду, что ли. В направлении West. Реально после RX-7 не очень удобно. We give it up. Does it some reason what I say? Блин, вот такое странное чувство. Я вчера, когда во Flat Out 2 играл, там тоже был этот Give It All. Но когда ты его слышишь в андеграунде или во флотауте и вживую потом слышишь, ощущения совсем другие. Так, ай, блин. Когда не убрал влево-вправо. По центру идеально. Ладно, я на следующей развилке проеду. Там легче. Так вот, я говорю, вживую этот трек настолько быстро кончается. Ну потому что... Блин, это... Я не знаю, я так долго его ждал, чтобы послушать вживую, и он очень быстро закончился. Просто я не успел даже его оценить, это очень странно. Тут слышу его, и ты, блин, знаешь, он заканчивается уже, это чё такое? Потому что когда играешь, слушаешь, ты не думаешь об этом, а там ты прям вот... Блин, это странно очень. You made it. Spoiler is featuring your run and putting your wheels on their cover. Nice.
колеса. Ну ладно, хорошо, спасибо за фото. Да надеялся, что... Нормальная фоточка. Сам сфоткаешь. 1000 дали, хорошо, так. Смотрим. Еще звезда. Слушай, я предлагаю уже тестануть машину, вот прям вот, типа этот отрезок взять. Типа давай отсюда. От арки даже давай. До конца улицы. Давай. Посмотрим, кто... За сколько времени доеду. Ух ты! Ё! Так, я не решил, где финиш еще. Ой! Ладно. Плохая попытка была. Так, ну допустим, финиш, вот он. 36 секунд, что-то типа того. Так, доехали до арок. Сейчас развернусь только. Погнали. Без азота. Разгоняется она, кстати, чуть-чуть медленнее, или мне показалось? Не, она разгоняется медленнее. А, значит, я когда в обратную сторону ехал, был немножко по-другому. Окей, то же самое. Потому что сижу неудобно. Блин, реально быстрее, слушай, на 5 секунд. Ё-моё, я потом постараюсь... Ну да, на монтаже это легче будет замерить. А, так. А может на этой тачке прям на... А на этой нет звезды. Придется обязательно ссылку. Приключений не втыкает. Так, сейчас посмотрим, если тут реально 6 звезд, ну... По идее, да, потому что, насколько помню, вот... Ты куда ты встанешь-то, блин? Насколько помню, в предпоследнем этапе всегда надо было вот 6 звезд. Так, надеюсь, это не наверху, прикинь. Я сам смогу сфоткать машину, наконец-то, нет. Это произошло слишком быстро, я не успел отреагировать даже. Ладно. Эх, моя... Ну все, качаем до 7 звезд, едем во всевозможные магазины, я на монтаже обрезаю все, что только можно здесь. И серый получается одной из накоротейших. Ладно, шутка. Можно уже? Нет, нельзя. Нет, поменяем цвет, потому что мы тут уже все попытались сделать, понимаешь? А, цвет тоже дает. Ну это единственное, что у нас нет. Остаёт. Мы уже все сделали. Что, втулки? Почему спиннинг называется втулки? Кстати, ни хрена поднимает. Но я не хочу. Это последнее, чтобы... Блин, это было круто раньше, но сейчас как-то не хочется. Ладно, будем иметь в виду. А едем тогда в промгород. Посмотрим, что есть у них. А, я только что в этом и был. У нас жемчуг. Не обещай. Фига, скорее всего. Кстати, чуть прибавляет. А, нет, третьего уровня двигателя. 60. А, пускай синий будет, как все. Вот, я же хотел 5-60 сделать на ком-то там. Да, сохранится обязательно, потому что тогда на зеленке игра вылетела. Как не хочется, чтобы это повторилось. И все перепроходить потом. Так, я боялся, что я не въеду просто. Но я бы вполне бы себе въехал.
О, тут, кстати, гонки по городу. А, нет. Ну, гонки, дрифт по городу. Нет, это в этом, в карбоне я видел такое. Блин, у меня такое открытие было. Ладно. Да, десятка прибавляет. Блин, ну тут хочешь не хочешь, а приходится тюнить. Ну в этом, в принципе, и прелесть андеграунда. Придется менять все, что только можно. Первая жертва — фары. О, в принципе, нормальный Эллен. В принципе. Вот эти. Сзади уже менял. Капоты ничего не дает. В желтом вот эти поставить спиннеры, которые тут втулки они назвали, блин. Зачем нам спиннеры? Russian Adaptation, блин, втулки, ё-моё. Спиннеры — это не те спиннеры, которые ты в пальцах крутишь. Ладно, чего? Раньше другие ассоциации были, 10 лет назад. Уже 10 просто... лет назад прошло? Сколько прошло? 9 лет от этой игры. Кошмар. Ну я уже говорю 10, потому что что там, годик. Так, третьего еще нет, жалко. Давай, давай, блин. О, 5-9. Нормально, слушай, до 10 сейчас на раз-два поднимем. Сейчас. Ребят, смотрим и голосуем. Да, те лучше, да. Мельница, блин. Жесть. Да, давай, эти мне тоже нравятся. Побольше. 11-5. 19. Шурикен? Что? Еще посмотрим, где еще десятку взять? А, там в... Где мы были? В зеленом была одна штука, которая 10 давала. Да? Да. Блин, снова в зеленый ехать, ё-мо. Так мы уже брали то, что десятку давала. Да, все пересмотрел. Вот это мы сделали за десятку. А это был? Угу. Красный, на тебя вся надежда. На вине выйти. Да, ванил, кстати. Я тебе так говорил 3 раза. Ну, я думал, вдруг... Подожди, какой у нас верхний, давай сделаем какой-нибудь. 4. Жесть. Подожди. Гонка плюс. 98. Ладно, потом еще если. У, 6.06. Флаг. Так, еще. Испания? А, Вельс. Япония. Блин, слушай, Непон можно поставить. Сейчас дальше. Великобритания, кстати, смотрится под цвет. Италию можно поставить. А че, классно? Давай Италию. Давай Японию, а? Японию. Ну, Италия, смотри, разноцветная, не? Япония? Япония. Ну, давай Японию. Жаль, переместить нельзя, скорее всего. Ладно, все, 6 звезд, отлично, замечательно. Как поднять звезды? Купи флаг, блин, на машину, прикрепи. Горячие колеса DVD-упаковка. Представляем, ваша машина была выбрана для DVD. Стань первым, и тогда ты встретишься с фотографом. А если я не стану первым... Тут в смысле, что за дискриминация, блин? Так, где? А, профлига сейчас будет, смотри. Ни хрена. Едь на звезд. И другую тачку нам надо рейтинг повысить. Ну, там столько денег уйдет, у нас сейчас нет столько денег на нее. Тоже со следующего этапа будем ей заниматься конкретно. Как это было, как куда ехать, я не помню, ладно, сюда. Да, эта развилка, она путает, блин, конкретно. Пропустил поворот, потерял день, называется. Оп, извиняюсь. Да. Да, здесь нам, кстати, дадут сфоткать, знаешь? Только не отсюда, пожалуйста. Цикл камер. Да, цикл камер сначала.
Ой-о. Ну давай, давай. Куда? Давай в этот, в центр доедем. Ну, ладно, может не в центр, а в старый город. Туда, назад, в туннель. Подожди. Боже, нет, не правда. Да там не будет от крыши, это просто у стены, поэтому вид был такой. Никакой нет. Наверное, с бокового удобнее ехать. Это? Вот так, да. Блин, так странно. Уж это на обложку. Мне, кстати, красиво смотрится машина. Куда? А, ну я думал, красиво. Ладно. А, куда? Боже мой. Зачем такой в центр уехать? Зачем? Дай мне, я доеду. На тебе, а? Раз ты так хочешь так ехать. О, правильную сторону, кстати, я поехал. О, может, с другим гонщиком, кстати. Да ё... Мов. Главное следить за фонарями. Сможешь повернуть куда надо? Куда ехать? Еще один туннель? А, нет. Я что, разучился водить настолько? Блин, они на то и рассчитывали, что типа тебе никуда не уехать, фоткайся там. Все надо было повернуть. Уж отсюда? Ну ладно. Втроем, неплохо. Неплохо так получилось, мне нравится. Ну все. Один из всех постеров, который, блин, действительно... Дарвинг Уэйлс. Слушай, класс получилось, слушай. Так, теперь карта. Да, вот он, профлик мой, да. А кто гонки проходил, ты, да? Да, точно, у тебя одна была гонка. Кто гонки проходил? Одна гонка была в серии еще, ребят, одна гонка. У нас 32 минуты записи, нет, 33 минуты записи у нас. Извиняюсь за звуки машинки, кстати. Я не знал, что будет стирка. Ну, бочка улетела. Я не видел. Значит, на эту точку? Да. Пофиг. На следующем мы танк. Тачка ругается матом. Солнце ругалось. Нет, я про то, в какую врезался. Ага, да. Я думаю, наш. Вот и он. Это крепыш, кстати, сейчас будет сюжетная катсцена, небось. Слушай, дай пересяду. А чё, не было катсцены? Как странно. Ну не на это. О, какие тачки, ё-моё. Какой тюнинг. Макси тюн. О, там RX-7 обоссан, кто быстрее. А быстрее тот, кто мне ударил в жопу зачем-то. Седан Ауди. Улетел. Он тебя ударил на жопу. Куда они вырвались?
куда? Они же быстрее, чем ты. Кто сказал? А, все. Сюпа. Ну, там бы... А. То, что у меня Арексим быстрее, не значит, что здесь быстрее. Так. Ага. Ой. Тихо, поп-фильтр дали. Делайте так почаще. О! Азот, все. Да-да, Якохама, всегда одеваем твои покрышки. Блин, я чё-то думал... Чё-то думал, пройдёт сейчас минут 15, мы все сделаем, а, блин, уже... 40 минут. Больше получасья. Чего? Они все забавные. Бедный чел. Посмотрим. Они на другом повороте делают, да, раньше? Да, там было они все забавные. По карте видно даже. Ага, и тут еще один же вернулся. Дино настроечки. Нереально, блин. Очень подошли селики. А к RX-7 я просто хочу банально привыкнуть. Не, ну реально, блин. Да, у нее избыточная поворачиваемость, но удобно все-таки. Ну да. И там, кстати, у нее ручник не нужен, здесь нужен. Ну куда? А сейчас мне направо. Того прямо бум. Я раньше другой выполнял, тоже врезался, подлетал, но это было необходимо, я типа скорость так не терял, не знаю, продемонстрирую потом. Это не совсем та трасса, не совсем в ту сторону. Последний. Да, но еще и там будет. Куда? Тайминг. Тихо. Опа! Блин, камин. Я же идеально там повернул, гады. Да, ну все, они... Сейчас не направо поеду. Да ё, не надо меня тоже. Ладно. Нет, я третьим приеду, что ли? Блин. Посмотрим, если смогу выиграть так. А, нет, я! Второй! Да. Второй нормально. Джошуа надо остерегаться, просто будет. И все. И конец. Куда он уехал? Все, финиш. Хрена мощный, блин. Фига он Азот выпускает. Как? О, это та трасса, что ли? Возможно. Окей, это... Блин. Мы Street X достали. Да, это здесь было. Ну и сейчас я на следующем кругу. Даже вспомнить, как я это делал. Сейчас я уже по-другому водить стал. Конечно, меня не пер... Как я? Третий, оказывается. Дешево второй.
не знаю, если это стоит делать. Тогда это был средний уровень сложности, и мне на нем было тяжело. Я... Все изменилось. А слушай, нет, не такие уж они хард рейсерс. Ух ты, ё, как я проехал, офигеть. Сейчас даже не помню, как это делал. Типа вот так. Очень удобно, это вообще было нужно. Вообще прямо точку тесно, сколько скорости дало. Слушай, я даже не помню, сколько мне лет было, 15. Не, ну это реально работало, этот способ, блин, прям. Вкусно, да? Чтобы типа скорость не сбавлять, но она у меня не переворачивалась, как-то умел родное держать. Окей. Это, кстати, был первый раз, когда я Under 2 полностью прошел. 2008, что ли. А с тех пор я не мог его больше пройти. Потому что как другие игры были и так далее. Вплоть до 2020-го, когда там время пандемии было, и когда делать было нечего, я прошел. Что у него за тачка? Слушай, мне нравится эта тачка. Как тебя зовут? Синди. Посмотрим, что у него за машина. Кто это был Синди в One Piece? Там был Синди. Разве? Да. А, не, Синдри. Никого не припомню с таким именем. А с него-то в Trailer Bear? Синдри. Да. Не да знаю. С тарелками. Зомби, который с доктором всегда торчал. Не помню точное имя. Синджи. О, хорошо заехал. Кто это? Не Джошуа, надеюсь. Да. А, да. Он догнал меня. Ни хрена. На. Ух ты, ё! Вот это дрифт. 350 зет. Тихо, опасно. Блин, клёво. Опасно, клёво. Ли. Раз там Ли, я не беспокоюсь. Нифига, сколько их. Ой, никто даже не отстал, охренеть. Джошу отстал, как его обогнали так быстро? Ну, в него масса лесная кату. Не знаю. Фух. Можно выдохнуть. Можно реально выдохнуть, потому что 3 секунды, ё-моё. Сейчас 300, наверное. Будет, да? Вау. Синди. 3000 GT, это вообще офигеть. Блин, 300 дали, клево. Ну что ж, ребят. Смотрим.
новый склад, западный угольный порт. Ну, по идее, он им и является. Черт, городская команда будет проводить гонки в Гавани Коул. В Гавани Коул. Почему в Гавани? Дело в том, что водители уже собираются. Отправляйся туда и осмотрись. Сколько гонок. Костефтик. Пойти. Так. Ну что, прямо где там? А нет, это не трофт. Я бы предложил пройти сейчас одну гонку, вот как раз там. Там как раз будет новый спонсор, и на этом завершать серию. Так, в принципе, как поеду. Прямо налево, направо. Погнали. А, подожди, ты проходишь? А, да. Точно, тогда ты выбираешь. Значит, на этой тачке? Не знаю, как хочешь. Я бы на этой тачке бы и, типа, напоследок. А следующая серия же на Арк 7. Хотя, не знаю, я бы иногда ее все равно брал, как не хочется. Блин, скрытый спринт. Скрытый спринт. Мой. На. Сколько дадут за него, кстати? 4000! Они охренели. Ого. Наконец-то новые гонки в новой локации. Открытые локации полностью. Что тут можно... Блин. Я не знаю, куда я за ним. Тут мульти-выбор просто. Окей. Блин, как давно я здесь не ездил, слушай. Не раз тут не ездил. Да ладно. Я не знаю трассу. Место вообще не знаю. Представляю. Я говорю, не у каждого хватает терпения дойти до последнего этапа. Это танк? Это танк. Теперь назад. Ну, немножко по другой дороге. Селька против Селики. Мой. До свидания. Бэмс. Я не заметил. 3%. Клево, по красочке. Еще неплохая гонка. Так, смотрим. 200, хорошо. Выбрать спонсора. The latest round of contracts have come in, and I pitch the losers. Just sign at the bottom when you're ready. Тут надо вставить, да что ты вообще знаешь о выборе? Так, 9 гонок надо выиграть в профлиге. Да хорош поп-фильтр задевать. 3 гонки спонсора и 34 свои гонки. Кстати, не так уж и много. Я думал, тут вообще 39 будет что-то. Ладно, хорошо, 34. В предпоследнем, по-моему, было 29. Это тоже много. Короче, прохождение еще растягивается на серии 15. Я не знаю. Так, ладно, нормально, не будем загадывать. 4 обложки DVD. Спонсор дает одну машину. Так, 13 тысяч. А, ну да, тут нельзя выбрать больше. Так, круг, спринт по улицам, блин. Ты представляешь, тут гонка по улицам. О, тут вообще нету гонки по улицам. Охренеть. Я-то думал, по улицам, ё-моё. В игре это про стрит-рейсинг. Ребят, на сей веселой ноте я предлагаю завершить сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр, всем большой удачи, всем пока. Пока.